тебе дам дальше кушать. Тут у нас нарочно берегошь, подкормишь, и все, да? Мальчик хороший у нас, красивый. Мы хорошо ходим, мы поправились. Мы уже обрастаем, мы уже такие львы становимся. Да? Мишка, красавчик мамин, хороший ребенок. Мамин мальчик, иди сюда. Вот ты мой золотой. Вот такой у нас мальчик хороший. Такой Мишка у нас хороший, да? Маленький мой, хороший мой. Мальчик мой, красавчик. Такая морда седает, но мы уже хорошие-хорошие. Мы хорошо ходим, мы хорошо кушаем, да, Мишка? Мы хорошо топаем. Да. Иди, на. Иди, мое солнышко, на, Миша. Иди. Ну, захотелось ребенку. Давай, ты козленок, ты будешь подпрыгивать. Он любит щенячий корм. На. Да? Нет? Что тебе дать еще, молочка? Сейчас дадим молочка. На, Миш. Мишка, иди сюда, козленок. Мишка, Мишка. Мишка, на. Иди сюда, зёка. И давай, мое солнышко, так разворачивайся. Вот сюда. И пей молочко. Так, отойди, детка. Пусть наш козлёнок попьет. Все, присядь ты. Присядь. И снимай ниже. Ровней. Все, такой у нас ребенок уже. Хороший, вполне здоровый. Старенький, да, морда седая, вся, ходим с трудом. Ну и что? Мишка доживает. Он нормальный, адекватный мальчишка. И не знаю, как он жил, но пусть он доживает в тепле и в спокойствии. Он заслужил это. Он маленький, хороший, спокойный ребенок. Ну все, с Богом.